Девочки для красоты. Трунь, всем привет, кисы и коты. Меня зовут Ксения Гара, добро пожаловать на мой канал. Как вы поняли из песни в начале, сегодня нас ждет видео под названием «Вирусные лайфхаки для красоты». Будем смотреть. Ну а перед тем, как мы начнем, конечно же, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставит лайки за 3 секунды, ну что, удача отправится к вам, конечно. 3, 2, 1, 0. Все те, кто успел, тот и съел. Кто не успел, возвращайтесь с начала видео и поставьте свой лайк. Ну а мы начинаем вирусные лайфхаки для красоты. Поехали! Ох, как они любят линзы эти свои. Ой, как они их любят, блин, классно получилось. На карим глазе. Карим глазу. Да, о, этот фирменный карандаш, они им рисуют брови. Он такой твердый, специального такого состава. Похож чем-то на обычный канцелярский карандаш. Но он в то же время и мягкий. То есть... идеален для бровей, он еще и растушевывается. Вот. Опа-на, скотч. А зачем нам скотч? Что мы будем с ним делать? Это не скотч. Или это скотч? Или это специальная штука для века? Да, это для века. Но это на самом деле скотч. Но они его используют для века. Есть специальные такие пластиночки уже с формой. Мне кажется, матовую помаду тяжело растушевать на веки, потому что она быстро застывает. Ого, так я еще не делала. Ой, это же реально удобно. Жидкая подводка гораздо лучше проникает в ресницы. В этот межресничный ряд вот этот, который простым карандашом особо неудобно. Надо будет попробовать. Просто когда делаешь простым карандашом, ты эти ресницы гнешь во все стороны. А так ты тоненькой такой штучечкой там-там-там-там прокрасила себе все и нормально. Кстати, это эффектно очень. Ресницы кажутся гуще, когда у тебя прокрашено вот именно вот это вот межресничное расстояние. Вот. А у меня тут капучино, макачино с пенкой. Попить не могу, потому что оно горячее еще пока. Налила, сижу, жду. Ого, какая... засохшая матовая помада, она прям видна, она такая схватилась и все. Ну да, когда вот так растушевываешь, как тинт по азиатской технологии, даже самый яркий оттенок смотрится более легким, он не утяжеляет лицо. Это хорошо. Так что, если хочешь использовать яркую помаду, растушуй ее по кругу, чтобы все было четенько. Сейчас будет века, судя по ее веку, сейчас будет века. А вот эти полосочки, видите? Чинг. 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 Оп. Оп-оп. Блин, мне кажется, глазу так неудобно это все дело. Стрелочка, которая продлевает просто твое веко. То есть она не взяла ее выше, она не взяла ее узкую возле ресниц. Она прям четко, где складка века должна быть, была быть. Она просто провела стрелку. Это очень хорошо вытягивает глаз. Правда, я разные стрелки рисовала, и огромные, и маленькие. Но когда ты вытягиваешь вот так века от своей полосочки сгиба века, то капец, получается эффектнее и не тяжело. Вот, блин, я раньше рисовала вот такие гигантские стрелки, и мне казалось, мой глаз больше смотрится с ними. Но нет, когда ты продлеваешь то, подчеркиваешь то, что дано тебе природой, получается более естественно и хорошо. Азиаты это знают. Знают, как никто.
что сколько бы они ни красились, они все равно выглядят аккуратно, не вульгарно. Но я сегодня огонек! Красненький! А кстати, вот я почти так же удлинила свое веко. Почти. Я должна была выше это сделать, я точно нарисовала просто туз для ресниц. Что это за звук? Ой, мамочки. Сегодня хочу петь. Но буду держаться, пока не закончится это видео. Мы же тут не на урок пения, мы тут смотрим на красоту. Опа, це, что за крестик? Дальше будет нолик, что ли? Опять этот карандаш фирменный. Не знаю, чем он нам так нравится, его же еще самому точить надо. Мышь, Тима Мэйка, кот пришел. Сейчас будет тут шерсть. Нет, нет, иди, 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 не надо, я пошутила. Шерсть свою разбрасывать. Неплохо. Но все-таки кончик я бы не делала так четко. Оп-оп-оп. Нет, нельзя. Иди отсюда, иди. Довольно-таки яркий макияж для азиатского, но он имеет место быть, потому что он же вечерний. Обычно они за натуральность. Какие интересные у нее стрелочки. Глаза похожи на кошачьи. Как маска из снапчата. О-о, что-то яркое. Какой странный оттенок. Ржавый. Прям вот ржавый такой он. Ну, вот сейчас он, она нанесла его на два слоя, он уже вот такой. Какой-то коричнево. Коричнево-ржавый. Опять она этим карандашом прорисовывает все. По мне так карандаша многовато было. Ой-ой-ой, сейчас будет, смотрите, рекламируют нам средство какое-то. Клей для век. Теперь можно не клеить полосочки. Боже, зачем это ребенку? Зачем это ребенку? Дети и так красивые. А вот у нас тушь для ресниц. Представляете, да? Она типа делает такие ресницы. Вы верите в это? Я не знаю, если честно, возможно ли такое. Неужели она так наслаивается? Хотя в Азии все возможно. Все возможно. Обожаю бальзамы для губ. Это прям спасение. Мне нравится, когда у меня, блин, все ухоженное. Губы мягкие, кожа тоже. Чтобы все было чики-пуки. Поэтому все, что связано с уходом, это прям моя тема. Вы видите, как у нее сияет лицо? Как будто она провела день в спа-курорте. Прям посмотрите, просто абсолютно здоровое, ухоженное лицо. И тут тоже. Но отпечатывается, да. Что будем делать? Фиксировать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Блин, я вам говорила, по-моему, в серии 5 назад, что у меня фиксатор для макияжа закончился. Что вы думаете, я тут заказывала себе косметику, и я забыла заказать фиксатор для макияжа? Я идиот. Капец. Вот-вот эта стрелочка шикарная. А это уже другая. Это уже совсем другая. Оп-оп-оп-оп-оп.
О, красиво как. Просто не стирается даже с маслом. О, вот это да. Шикарный макияж. Так красиво, капец. Ничего лишнего, вот просто идеальность в каждом штрихе и аккуратность. Капучинчес. Глаза мне не нравятся, вот эти линзы на карих глазах, я не знаю, это отвратительно смотрится. Если у тебя какие-нибудь супер качественные линзы, там, тысяч хотя бы за 7 рублей. Там салотика, по-моему, они называются. То да. А вот это вот все. No. Карие глаза такие красивые. Глубокие. Зачем нам эти линзы, да? Надо культивировать свою внешность. Такая, какая у тебя есть. Научиться. И иногда, конечно, мне тоже хочется перевоплотиться то в блондинку, то в брюнетку, но это больше от скуки, а не из-за того, что я хочу, что мне не нравится внешность моя, наоборот. Просто иногда хочется перемен, в этом нет ничего плохого, но не на постоянку. У меня есть знакомые, которые всю свою жизнь носят серые, голубые линзы. Прямо они не воспринимают себя без этих вот жутких линз. Почему жутких? Потому что глаза темные прям, и видно вот этот блеклый, непонятный, размытый кругляшок, который просто прилип к твоему зрачку, и это выглядит немножко странно. Но хозяин барин. Если нравится, то нравится. Это вот сейчас вот красиво очень было. Смотрите, как он блестит, какой он шикарный макияж. Очень здоровский, мне нравится. Вот такое видео у нас сегодня было. Обязательно посмотрите вот эти два видоса. Я уверена, они вам понравятся. Все... Ты чё? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я вас люблю, целую. Пока.